приветствую. Сегодня речь пойдет о очень интересном инструменте. И детали этого инструмента вы видите. Это обручальное кольцо, нить небольшая и вот такая линеечка на 25 сантиметров. И знаете, что это? Это прибор для определения артериального давления. Не удивляйтесь, это действительно работает. А как? Мы сейчас вам покажем. Прикладываем линеечку. Проведем измерение еще раз. Нужна левая рука. От локтевого сгиба отходим на 1,5 сантиметра. На уровне сердца рука должна находиться. Успокаиваем кольцо. Кстати, может быть не только кольцо, но и гаечка. Покажу вам дальше в фильме. И проверяем давление. Решили провести и такой эксперимент. Натуральный камень, кварц. Опять линейка. Высота ниточки 10-12 сантиметров. И вот проверяем, как сработает. Видите, на цифре 7 опять началось движение. Почему я верю натуральным камням? Это кварц, кстати. Почему я верю? Потому что патогенные зоны в доме я измеряю тоже этим же камушком. Вы видите? А давайте теперь остановимся на цифре 9. Не будет? 8, 9 и посмотрим, будет двигаться или нет. Нет. Не движет. Будет везде дышать, как бы дышать. Но амплитуда движения большая, возьмет там, где... Вот видишь, оно двигается, потому что там же и циркулирует кровь. И двигается поперек. А здесь она идет, видишь, вдоль. Да. Видишь? А ну-ка сделай на 14. Ну, оно двигается. Установи на 14 и посмотрим, будет так с такой же амплитудой двигаться или нет. Нет, стоит на месте. Видите? Значит, и камушек натуральный. И вот это кольцо, сейчас и гаечка. Проверим. Сейчас. Тыльная сторона ладони максимально должна лежать на ровной поверхности. И вот теперь измеряем гаечкой. Да, 70/110. Вот такой вот результат. Экспериментируем серебряное кольцо. Посмотрим, как будет реагировать серебро.
пожалуйста, серебро тоже реагирует.